Привет, соскучилась по вам, решила сделать новое видео. Расскажу, как двигается мое похудение. Кстати, похудела на 5 килограмм, а это за неделю. Не кушала после 12, ну чуть-чуть часа, да, иногда было. Вот, но до 12 часа дня, в смысле, я кушала очень много, на самом деле. Кушала там сладкое, десерт с сливками, вот всякое такое вот кушала. Вот, и все равно худела в день на где-то килограмм, где-то чуть-чуть чем-то еще, где-то так. Да, поэтому, но хочу еще похудеть, вот, не буду на этом останавливаться. Ну, конечно, да, могут быть срывы, я к этому, в принципе, готова. Хочу рассказать вам, что к вечеру у меня ужасное настроение, в общем, да, но это все у вас просто в процессе похудения. Падает уровень глюкозы в крови вот из-за этого. Напишите, как вы худеете, что вам помогает, какие, может быть, диеты вам помогают. Пишите комментарии, увидимся в следующем видео. Пока-пока!